понравилось им что-то здесь. Ну, тут сейчас, естественно, все дорого стало. Сейчас в преддверии Нового года все стало дорого, жилье дорогое. Вот. Тут просят сразу за 3 месяца, ну, за как, 2 месяца депозит и месяц за проживание. За 3 месяца оплату все просят. Вот. Все дорого везде. Мопед снять стоит дорого. Там то стоит дорого, это стоит. Вот два дня назад там на несколько часов аренду мопеда взяли, покатались там. Они, короче, вчера ночью еще. Викуська, привет! Викуська, привет, родненькая! Викуська, привет! Вчера ночью еще полетели в Москву. В Москву полетели. Вот. Но они сейчас в Китае. Я вам с Васькой созванивался. Они в Китае сейчас. Вот. Они через Шанхай. Через Шанхай. Пхукет. Пхукет, Шанхай. Вот. Пхукет, Шанхай. И Шанхай, Москва. А что я вру-то, блядь, загуглите такой. Загуглите рейс. Вот он. Ну и сегодня, скорее всего, такой рейс есть. Завтра такой рейс есть. Пхукет, Шанхай. Шанхай, Москва. Через Китай. 12 часов пересадка. А что я? Ну не ходите, не верьте, ребят. Ну. Я вам говорю, как есть. Улетели они. Что делать? Ну. Поругались, акули. Все, что? Васька неделю Таиланд посмотрел и хватит. Васек, что, неделю Таиланд посмотрел и, в принципе, что, ну и хватит. Что мы, считай, в три кафешки сходили. В три кафешки. Бля, не выдержал. Не выдержал. Бля. Сука, не выдержал. Да шучу, конечно, я. В три кафешки сходи. Да нет, все заебись. Они просто на другую хату переехали, ребят. На другую хату переехали. Что, мы сегодня... Вот, Жеколь, привет, дорогой. Жекольечка, братское сердце. Привет. Вот. Они хату сняли здесь по соседству. Чё, мы сегодня байки сняли? Сегодня байки. Байки. Прилетел в Таиланд, сходил в 3 кафешки. Ну и посмотрели. Димас, привет, дорогой.